В Великом Новгороде на скамье подсудимых оказался 49-летний гражданин из Франции, подозреваемый в брачных аферах и мошенничестве в особо крупных размерах, совершенных на территории города Москвы, Вологодской и Тверской областях Республики Татарстан. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 1 УМВД России по городу Великий Новгород данный гражданин был задержан по месту своего временного пребывания. При задержании сопротивления сотрудникам полиции он не оказал, каких-либо запрещенных предметов и веществ при нем обнаружено не было. По решению Новгородского районного суда в отношении гражданина Печоли избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По международному законодательству на родину злоумышленника экстрадируют лишь после отбывания наказания в нашей стране. Но и во Франции мужчину ждет арест. Там он обвиняется в мошенничестве с транспортными средствами.